Друзья, всем привет. Ну что, очередные покупочки. Готовимся, короче, к весне, к лету, к осени. Вот, закупаем потихонечку, пока сейчас скидки идут. На Валбересе, на Озоне. Ну, я на Валбересе в основном закупаю. Ну вот, смотрите, взял такой насос для перекачки масла. Это, ну, насос для замены масла в редукторе, вот, даже написано. Это для лодочного мотора. Также для лодочного мотора взял вот прям в упаковке. Вот такие вот три набора прям пришли. Фильтры. Топливные фильтры, три штучки. Это я дополнительно буду ставить, чтобы масло, то есть масло, говорю, бензин поступал чище. Дальше. Заказал вот такой наборище, короче, пришел. Тоже копейки стоит. Тут грязный, конечно, что-то он пришел немножко. Наверное, кто-то уже проверял или что, не знаю. Ну, упакован вроде. Вот такой наборище пришел. Вот такой набор, друзья. Зевник. Кстати, такой хороший. Ай, добротный. Я сейчас снимаю сурки. Неудобно. Оп. Вот такой зевник. Так, нажимаем. Ой. Сейчас он заставим. Подождите секундочку, ребята. О, тугой. Зевник, такие ножнички. Вот. Кусачки такие, тоже еще одни ножнички. Ну и вот этот, вытаскивать, спасти, крючки там всякие. Кстати, с собой возьму этот набор. Завтра едем на рыбалку, возьму жерлицы, поставлю жерлицы, еще мелочь наловлю, поставлю жерлицы, да, там штуки 3-4 поставлю жерлицы и все, и посмотрим. И в подарок к нему же пришли, главное, вот такие две. Я так понимаю, это у нас поводки с крючками. Поводки на шнуре. И плюс тут так интересно сделано. Типа этим. Как он называется-то? Когда провода-то вставляют эту штуку и под, ну, подпаливает, и она это становится, сжимает. Забыл, как называется это название. Ну, до 40 на него. Такая фигня. Так. В общем, вот это все. Вот это все. Это пришло с мне с Валбереса. Цену сразу сейчас не могу сказать. Это что-то около... Короче, все что-то по одинаковой цене. Там чуть ли 200-300 рублей. Вот. Сейчас скидки, потому что взял себе сейчас. Уже все на постоянной основе. Будет вот такая у меня удилка, ну, блесна для блесен. Вот так вот уставляется, друзья. Сюда она съемная. Хлыстик съемный. Это очень хорошо. Мне понравилось, что хлыстик съемный. Цена 210 рублей. Это я тут взял уже у нас в магазине. В моем... Ой, не туда втыкают. В любимом моем магазинчике в лесозаводе. Взял. Вот так вот оно выглядит в сборе. Вот. Правда, хлыстик он этот твердый. Там была еще за 740 рублей. Я ту не стал брать. Слишком уж дорогая для меня. А это нормально. Чувствоваться будет, если будет поклевка. Так, ударчик все равно будет чувствоваться. Главное, хлыстик съемный. Что интересно, можно любой ставить. Ну и, конечно же, не обошлось и вот без этих всяких приманок. Тут всего полно. Показывать уже я не буду, наверное, так. Так, вот чуть-чуть вам покажу. Вот целая гора тут всяких. Блесенки. На... Вон блесенки, пожалуйста. Вот блесенки. Вот. И такую большую взял специально. Завтра будем проверять. Это все на окуня, друзья. Леска у меня есть. Леска у меня еще с того года есть. Она хорошая, новая. Вот тоже заказывал на Валбересе. Вот такие вот у меня, друзья, покупки. Ну, естественно, еще купил червя мелкого, не дробена мелкого, ну и опарика. Как же без них? Беру с собой также
есть еще. Вот этого мотыля возьму обязательно. Эту пупочку возьму. Может, сделаю сегодня. Сейчас собираюсь быстренько, все беру с собой. Мне надо туда собраться. Ну, конечно, свою аппаратуру беру, видео. Вот. Ну и похавать что-нибудь. И все. Так что сборы собираюсь и чешу. Все, друзья, всем пока, всем удачи. И встретимся, кстати, на рыбалке уже с вами. Всего лишь это будет завтра. А завтра у нас 10 числа. Встречаемся на водоеме. Ну что, друзья, снова привет. Продолжаем. До завтра еще далеко. В общем, хочу оснастить твои удилки новые. Вот. Сейчас покажу вам, что у меня есть. Что я себе возьму. Я не буду брать много всего лишнего. Обойдемся без лишнего. Берем то, что нужно, дабы не таскаться со всем этим барахлом. Так, ну что, друзья, давайте начнем. Так, положим новые сюда. Так, открываем ящик. Опа. Рыболовный свой. Так, что тут у меня есть? Вот тут у меня есть удилки старые. Вот это я, конечно, брать уже не буду с собой. Это оно не надо. Вот это барахло мы оставляем. Здесь это мы по полочке уже поставляем. Скорее всего, да, скорее всего, или нет. Сейчас разберемся. Так, балансир возьмем с собой, вот этот, зевник всякий, так, так, лаки брать не будем, тут есть мормышки маленькие, но я их брать тогда не буду с собой, ладно. Здесь у меня, друзья, полно всего новые, даже которые еще не пробовали. Так, есть вот такие вот удилки, сейчас покажу. Вот так это, пока сюда. Эту я не знаю, возьму с собой. Не возьму. Нет, эту брать я не буду. Тоже. Это мы уберем. Это катушка. Кстати, новая. Это у меня новые, по-моему, ножи. А нет, они старые, но они точеные. Да, я их с собой возьму. Это мы берем с собой. Ножи. Так. Удилки. Вот такие уже, друзья, оснащенные. Как оснащен? Просто леска на них есть. Леска черная, леска зеленая, леска серая. Так вот распределил тут немножко. Вот так вот. Ну, а вот такая. Подарок это был от них. Мотыльница такая. Для мотыля нафиг она не нужна. Так, все, беру две удочки всего лишь. Две удилки берем. Так, возьмем какую? Потемнее, наверное, эту. Разрыв я не помню, сколько у них. Но они довольно-таки прочные все. Беру, наверное, две одинаковые. Две эти темные. Его будет видней. Так, эти две оставляем тогда. Все. Они не нужны.
Сейчас будем оснащать. Оснащать будем. Так, оснащать. Оснащать это все хорошо. Где-то у меня должны быть поводки. А поводков я не вижу у себя почему-то. Ага, ладно. Пока отключимся. Сейчас я все найду. И потом с вами продолжим разбор полетов. Так, в общем, подумал я и решил сделать без поводков. То есть одиночный повешу пока, а потом посмотрим. Вот такие сторожки будут. Кивочки, вернее. Рабочие такие хорошие. Вот они есть у меня как раз. Так, поставим на эту. Сейчас тут распутаем все. Я тут уже не помню, что я тут наделал. Так, вот так вот. Оп. Улетело. Так. Ставим. Какой поставить-то очень интересно. Вот этот, что ли? Оп. Тюк-тюк-тюк-тюк. Ну да, потом этим тут будем регулировать длину. Ну, вот это поставлю. Так, сейчас проденем, значит. Так, я думаю, все-таки так надо делать. И эту перевернуть. Штучку-дрючку. Вот так вот. Нет. Так будет хуже. Все, освещаем леску, я не помню, то ли, но, блин, что-то покупал в том году, да я уже не помню, что за леска такая. Все, вот просто так вот делаем, просовываем через большое кольцо, вот и все. Втягиваем, ищем какую-нибудь красивую, хорошую, на свой взгляд. Приманочку новую. Так, приманочку. Вот я, кстати, набрал вот таких еще, друзья. Вот такие вот, с глазками. Вот, вот такая штука. Да, и взял, опять же, свои любимые. Сейчас покажу. Вот такие. Вот. Не знаю, видно, не видно. В общем, вот такие еще взял, свои любимые. Во. Вот есть такая. И вот такую. Я поставлю на одну такую, на одну поставлю вот такую.
и посмотрим, что будет клевать. Есть у меня просто вот такие вот разные три вида. Белая, желтая и коричневая. Так, ну что, берем просто на основную леску. Продеваем. Оп. Свой любимый узел делаю. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Сначала большую петлю. Да что ты, не хочешь заходить. Вот. А затем мелкую. Оп. Вот так вот. Обязательно смачиваем. И затягиваем. Оп. Все. Вот такая штука и получается. Берем новые ножницы, вот эти вот кусачки. И проверим, как они работают. А то пишут, что якобы, говорит, плохие. Не знаю, сейчас посмотрим. У меня такие есть, так они ничего не плохие, очень даже хорошие. Так, сейчас проверим, как они кусают. Вообще красота. Режут вон. Сами видали. Бык. Мормушечка. Упала. Все, друзья. Одна слащина. Вот, пожалуйста. Сейчас покажу вам. В другом ракурсе. Вот так вот, смотрите. Как кивочек. Пук-пук. Вот будет. Можно поправить сюда. Сделать помельче. О, вот так будет. Вообще симпатично. Все, сделал правильно, смотрите, как она стоит сейчас. Так, сейчас тут выпрямим немножко. Оп. Лесочку так вот. Оп. О. Надо подзатянуть было. Забыл подзатянуть сильно. Ай, может выскочить. Придется переделать. Ай-яй-яй, Славка, Славка. Торопишься куда-то. Все ночь впереди. Так. Ну ничего, сейчас переделаем. Быстро. Оп. Все то же самое. Так, этот кусь мне нужен. А, там глубины, куда мы едем, до 2 метров всего лишь. Там везде 2 метра глубина, не больше. По всему озеру. Там озеро большое и здоровое. Там народу, если будет даже 200 человек, там все разбредутся по нему и все. И никого не видно даже. Очень-очень длиннющее, не знаю, сколько километров. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Просовываем большую петлю, вот так, а затем маленькую. Все, слюняем, хорошенечко подтягиваем получше, вот так вот прям. О, ну-ка, тут еще ногтей нету немножечко, сейчас бы ногтями тут бы подтянул бы, вот так туда, о, о, до самого колечко этого. О. Вот так вот все. Ну и откусим лишку. Во. Все. Вот и все. Пожалуйста. Вот такая же штука получилась. Так же. Все правильно. Оп.
Вот, друзья, вот так вот и получается. Все, вот. Тык-тык-тык-тык. И будем играть. Вот такая игра будет. По-разному. Все, одна готова. Делаем следующую. Эту собираем, разбираем. Все, погнали. Дальше. В общем, вот так вот, друзья. Сейчас я сделаю, потом включимся, когда будем делать на блесну. Ну вот, друзья, сделал вот еще, короче, двойную. Вот. С поводком добавил вот такую небольшую. Кусочек лески, вот такой поводочек и крючочек маленький. То есть будет двойная. Плюс мормыха. Решил одну сделать такую. Думаю, пусть будет. Вот так вот. Ну, а сейчас перейдем к изготовлению удочки для ловли окуня. То есть хищной рыбы. Так, ну что, друзья, сделал я две. И решил взять еще спортивную свою, такую маленькую. Вот такую спортивную удочку. Тут тоже вон с этим. Только цвет другой немножко. Типа штучки, видите, какие черные, белые, с оранжевой штукой. Такую возьму еще, на всякий случай. Пусть будет, мало ли. Так, а теперь чего? Делаем так. С этой удочки, с другой, будем забирать леску. Она очень хорошая, плотная. Будем наматывать на нашу новую удилку. Так, разбираем. Тут делать надо петлю. Так, петля. Петля делается просто. Один раз. Можно два раза сделать. Раз, два. А лучше один. Чтобы затянуть потом. Так. Делаем петлю. Тут линять ничего не надо. Тут линять у нас ничего не надо. Так, туда поближе, поближе, поближе. Сейчас лишнее отрезаем сразу. Посовываем основную леску в петлю. А вам не видно, я знаю. Плохо видно. Вот так вот. Хлобысик. О. Получается вот так. Вот такая петля получается. Все, одеваем ее на катушку. Оп, и все. И будем потом заматывать. Так, какую сторону, чтобы сматывать, мы будем сюда или в эту? Наверное, сюда. На себя. Значит, будем вот отсюда. Вот так вот. Ну все. Как-то вот так вот, ребята. Это все делать будем. Надо смотать полностью всю леску. Ход, кстати, легкий у этой катушки-то. Все классно, мне нравится. Надо аккуратно, чтобы она попадала
сейчас закрутим тогда, наверное. Так вот, немножко. О. А то она будет слетать. Так, держим и погнали. Тюк-тюк-тюк. Вот так вот и погнали, погнали. Всё, здесь отрезаем, не нужно конце, вот так это убираем. Так, все, друзья, тут подзатянем немножко, чтобы можно было просунуть. Тут, конечно, сделал я неправильно немножечко, но ничего страшного. Просто сейчас открутим. Так вот, просунем леску вот в эту дырдочку, так скажем, направляющую. Вот сюда иди. Вот так. Ай. Оп. Все, вставляем на место, проверяем, работает все хорошо. Закручиваем. Все, так сильно не надо закручивать, конечно, сразу. Оп, чуть-чуть ослабим, дадим, выдвинем. А вот видите, уже перехлестнулось. Вот так вот. Сейчас открутить опять заново и сделать. Пока научишься делать, блин, 100 лет пройдет. В общем, давайте как оснащу, потом включусь. Это что-то очень долгая история это получается. Друзья, не могу подобрать, какую, блин, поставить блесенку будет. Столько блесен, но большие есть. Но вот 10-граммовые есть и чуть помельче есть. Не знаю, есть такие. Есть даже этот. Как СС. Может начать с СС, а попробовать. СС-ку воткнем. Хочу снять эту фигню. Мешается только. Поставил дурак на свою голову. Сейчас он приезжали эти люди. Заходите, мама спрашивает. А мама-то уехала. На море в Сочи. Отдыхать. Путевку дали. Пусть отдыхает. Нечего здесь тухнуть в наших северах. Что, наверное, поставим СС-ку, я думаю, да? Это самодельная СС-ка, только крючки вот мои. Вот такие крючочки с блестюлькой.
Вот, может его поставить, я не знаю. Сейчас, я думаю, ставить смысла нету, потому что надо будет разбирать. Весь разобранный в виде. Так что, я думаю, мы сделаем так. И на сегодня, наверное, я думаю, все. Сейчас соберем только шмурдюк. Соберем сюда все остальное. Все, что надо. И все. Так, что-то я вам хотел показать, да? А, мудрочник я уже показал. Это все показал. Больше показывать и нечего. Плохо хлыстик не лезет в этот ящик, блин. Что делать? Значит, придется тогда так вести. Сбоку здесь поставить. Тогда надо оснащать сразу. Ну-ка. Да, сразу оснастить тогда. Ладно. Значит, сделаем сейчас. Поставим тогда СС-ку сразу. Да, блин, может маленькую какую-нибудь вот такую красивую поставить, я не знаю. Либо лучше желтенькой. Точечкой. Фиг знает. Ладно, СС так СС. Потом посмотрим, что там мужики в этой тоже поставим. Хлыстик довольно-таки этот, жесткий, блин, что-то мне не нравится. Надеюсь, чувствительность будет срабатывать. Либо придется купить хлыстик. Чувствительный хлыстик придется купить тогда. Так, все. Так, закрутим. Тут же петельку бы делать, только чтобы снимать и одевать, да? Действительно. Делаем просто петельку и все, что. Делов-то куча. Так вот. Так вот. Так, берем СС-ку и сиську. Просовываем. Да что ты? Вот я и говорю, ух, что это такая прям, ух. Так вот, бац, бац. Все, готово. Детский сад, бляха-муха. Ну все, друзья, на сегодня приготовление закончено. Сейчас все положу, только сложу и все. Завтра в 4 утра за мной подъезжают. И мы выезжаем. Так что, друзья, давайте до завтра.